Дамы и господа, леди и джентльмены, вашему вниманию. Карчер, компания изобрела новый вид двигателя. Привет, ребята. Вот, насос, новый Garden Set. Кстати, насос для сада сразу со шлангом. Со шлангом, с отбраткой, со всеми наконечниками. Будем наконец-то пробовать. Никогда сам насоса не пробовал. Хорошо, что есть кому на дачу приехать. Сейчас вот мы его первый раз откроем. Покажем. Ты видим, что тут есть вот этот шланг. Вот обраточка. То есть, чтобы вода обратно не текла. Это раз. Видим, вот у нас тут 20-метровый шландик. Как видим. Также мы все штуцеры имеем. Даже есть его прыскалка тоже. И аквастоп обычный. Ну и все приблуды. Сам насос, кстати, не такой большой, как они были раньше. О, сейчас вытащим. Так он выглядит. Вот тут сверху мы наливать будем, как говорится, водичку. Тут тоже. Вот, сюда заполняем. Перед тем, как пользоваться, надо залить. И что в этой модели, в новой, круто, что не было у предыдущих, что когда надо на зиму слить, мы можем вот тут открыть и, как говорится, слить всю воду. Очень-очень удобно сделано. Ну и видно кнопочки, видишь? On и off. Можно ногой нажимать. Ну вот, ребята, тут открыл инструкцию. По сути, как говорится, 550 ватт, 4 штуки 500 литров в час. Это, наверное, на полный, что он может перекачать. Как говорится, максимальная всасываемая высота 8 метров. Давление 3,6 бара. И дальше он может доставить до 35 метров. То есть в вышину даже. Это вот получается вот отсюда. Отсюда 35 метров, а отсюда, то есть он может 8 метров поднять вверх. Ну, сейчас мы тут попробуем с речки чуть-чуть, как говорится, все это покачать. Так, ну вот мы этот накрутили, этот подсоединили. Один, то есть, ну и тут получается накручиваем, ой, мы будем накручивать этот штуцер. Сюда у нас пойдет этот шланг обратки. Этот мы сюда обычный подсоединяем. А этот у нас пойдет на шланг уже с той стороны. Ну что, заполняем. Первое заполнение. Извините, у нас бутылок других не было. Пивную. Но ничего страшного. Нам-то главное воды налить. Мы не пиво наливаем. Пиво, конечно, тоже слишком круто было бы наливать. У насос. Уже третью бутылку пива заливаю. Он все напиться не может. Смотрите, какие прожорливый, блин, насос. Ребята, вот осень начала. О, пошла. Пошла жара, налилась. Надо сразу. Давай, шланг. Видите, надо сразу накручивать его. Шланг с этот, с обраточки наш. Все, валится стол у нас. Какой есть, такой есть. Вот. Хорошо, что у нас рядом речка. Есть где потестить. Ну, на всасываемость сразу. Ну и теперь доливаем еще. Короче, 1,5 литра. Да, 1,5 литра получается. 1,5 литра заливается сюда. Налили мы его и закрываем. И пойдем уже к речке. Ну и самое главное, будем подключать и пробовать. Ну вот, ребята, видите, мы тут конструкцию снесли. Шланг с обраткой мы в речку опустили. Я его глубоко не опускаю, чтобы он песка не насосался, то у нас фильтра нету. Сейчас подрубили шланг. Ну, подключим, попробуем. Что-то есть, нету. О. Чуть-чуть дергается. О. Ну, вроде все. Все работает. Ну, сейчас пробуем, одеваем насадку и пойдем вверх. Вот, одели спринклер, который был в комплекте. О!
Нормально тянет, да? Можно поливать сад и все. Но сейчас мы попробуем. Оставим насос тут и пойдем наверх. Как говорится, 35 метров. У нас есть 20. И мы туда пойдем машину помоем. Раскатываем наш 20-метровый шландик. Главное, чтобы насос не уплыл. Протянули. Там, и там вот вниз, куда Тимофей побежал. Сейчас он врубит насос. И вот, можно, смотрите, это 20 метров. Тем более там в горку это все еще идет. Посмотрим. Сейчас помоем бус. С Германии приехал. Весь грязный. Тоже, кстати, заснимем. О! Ну, видите, можно подключить насосик. Сполоснуть. О, видите, регулируется. Можем дождик сделать, можем отключить. Можем сильнее сделать. О. Так что, почти как мойка. Можем использовать как мойку. Так что, ну вот, 35 метров, ребята. То есть, вышину он воду вам доставит. Так что, ну, первый раз пользуюсь насосом, вообще подключаю. Мне самому было интересно. Ну, как видите, все работает вроде даже без перебоев. Пойдем. Он работает? Он, наверное, все равно работает. Да, он все равно работает, он не отключается. Поэтому, наверное, это плохо, когда вот так отключаешь, и он крутит. Это такой не автомат. Да. Но на него можно купить такой отдельный блок и сделать тоже автоматически. Так что вот такой небольшой аппарат, агрегат. Вообще не нагревается особо, маленький. И видели, вот, если даже вот так смотреть, такой большой кусок уже вверх. И то есть помним, что он, да, то, что он отсюда еще 8 метров может поднять. То есть, ну, в данный момент он будет себе больше производительность, потому что ему не надо насасывать высоко. То есть это, наверное, вот если вот вода тут, как сейчас, тогда он 4500 литров в час. А если будет уже 8 метров, там, соответственно, это уже будет производительность падать. Так что, ну... Наверное, ставим лайк, потому что работает. Всем пока.